Всем привет! Видеоролик о препарате Калмирекс для инъекции. Калмирекс – миорелаксант центрального действия. Действующие вещества препарата – толпирозин и лидокаин. Страна производителя – Россия. Производитель – Сатекс ЗАО. Толпирозиногидрохлорид – миорелаксант центрального механизма действия. Оказывает мембраностабилизирующее, местноанестезирующее действие. Тормозит проведение нервных импульсов в первичных афферентных волокнах и двигательных нейронах, что приводит к блокированию спинномозговых моно- и полисинаптических рефлексов. Тормозит проведение возбуждения по ретикулоспинальному пути в стволе мозга. Независимо от влияния на центральную нервную систему, усиливает периферический кровоток. В развитии этого эффекта может играть роль слабый спазмолитический и антиадренергический эффект толпирозина. Лидокаиногидрохлорид обладает местноанестезирующим действием. При дозировании согласно инструкции системного действия не оказывает. Показания применения препарата. Гипертонис и спазм поперечно-полосатой мускулатуры, возникающие вследствие органических заболеваний центральной нервной системы, в том числе поражение пирамидных путей, рассеянный склероз, инсульт, миелопатия, опорно-двигательного аппарата, в том числе спондилез, спондилоартроз, церебральный, люмбальные синдромы, артрозы крупных суставов. Восстановительное лечение после ортопедических травматологических операций. В комплексной терапии. Абликирующее заболевание сосудов, абликирующее атеросклероз, диабетическая ангиопатия, абликирующий тромбангит, болезнь Рейна, диффузная склеродермия. Заболевания, возникающие на основе расстройства иннервенции сосудов. А также препарат имеет ряд противопоказаний, повышенная чувствительность компонентов препарата, в том числе лидокаину, тяжелая миастения, период беременности и лактации, детский возраст и подростковый возраст до 18 лет. С осторожностью следует применять препарат при почечной и печеночной недостаточности. Коррекция дозы не требуется. Способ применения Калмирекса. Взрослым ежедневно назначают внутримышечно по 100 мг 2 раза в сутки или внутривенно по 100 мг 1 раз в сутки. Калмирекс – препарат рецептурного отпуска. Отпускается из аптек по рецепту врача. Цена на 2020 год от 350 рублей и выше. Это по России.